Ah, c'est bon, t'as toi. Ah, c'est bon, là, il était quand Я пахну здесь косметикой или жрачкой, или растворимыми витаминами. Давились за время полового выхода из дома. И, так, вот так вроде не вышло, потому что мы на правой глубине, а там находится котловка, переворачивается. Что у него? Мы рассказали про шариатское представление спорта в России. Но имеется в виду, в Европе еще хуже. Угу. Россия еще куда-куда.